Всем здорова, друзья! С вами спикер и Гордон Фримен. Продолжаем проходить уровень сложности максимальный, без смертей, все по хардкору и все по-честному. И как видите на экранах, уровень сложности трудный. Ну что, мы готовы надрать задницу плохим ребятам. Пополним припасы и погнали. Через мост просто в ад. Нас никто не прессует, спокойно едем. Все чудесно, прекрасная погодка. И что может быть забавней, кроме поезда, черт возьми. Так, стоям бам. Там едет поезд, реально поезд. Задний ход, Гордон Фримен. Черт возьми. Включаем турбоускорение и поворот резкий. Ух ты, да. Довольно прикольно получилось. Да, я помню про этот поезд. И ехать обратно — это верный выход. Какой длинный. Так, у кишки поехали. Теперь спокойно переедем и продолжим свой путь уже. Так, ускоряемся. Ух ты, да. Сверху никого нету, а нам, походу, съезжать. Там у нас щит стоит. Кешки съезжаем с ускорением. Да, конечно, ускорение просто забавно, особенно так, когда крутанет. Это реально прикольно. Так, есть трамплишка. Вот так, прямо на трамплишку. А на какую кнопку включать у нас свет? Я даже не помню. Мы поедем без света. Так, песчаные ловушки. У нас началась новая глава. Я запутался, где перед, где зад, и я света не пойму. Мы едем, кажется, вперед. Поехали вперед. Так, вижу зомби. Держи зомби. Ух ты, да. Прибыли. Меня не ждали, а мы сюда прибыли. Так, этот зомби, мы его просто уничтожили. Табочек сразу уничтожим. У нас, если что, не убило. Так, хорошо, выходим. Это дело все нужно будет расчистить. Проснулись, очухались зомби. Все это дело очистим. Там их слишком много. Садимся снова в тачку и гасим всех зомби, которых увидим, конечно же. А так как зомби уже в туннеле. Вот таким макаром. Довольно круто. О, прям передо мной. Он что, решил пойти меня, что ли? Так, походу, все, там еще не бежит. На тебе. С одного выстрела просто. Походу, и все. Хорошо, выходим, все дело почистим. Вот так, закидаем зомби. Пускай останется там. Хотя можно... Ты какого черта? Так, тачку вперед. Все, очистили дорогу. Можно, в принципе, нычки посмотреть, собрать аптечки. Тут у нас что-то есть интересное. Ну-ка, пойдем посмотрим. Ох, есть нычка. Нормально. Это нормально, нормально. А вот это ненормально. Так, кидаем гренку. Кидаем гренку прямо вовнутрь. Ждем 5 секунд и заходим. Все, заходим. Все чудесно и прекрасно. Все горит. Хорошо, собираем нычки быстренько и едем дальше. Тут у нас больше интересного нету. Кроме зомби. Подвинем. Это дело подвинем. Возьмем покрышку. Нормально. И зомби улетел. Черт знает куда. Погнали дальше, всех уничтожили, все взяли, все, что нужно и все не нужно. Да какого черта врезали снова? Спокойно едем, спокойно. Чуть правее. И белый свет в конце туннеля. Мы снова вышли, друг мой. Уже, кажется, стемнеет. Просто сумерки, и будет у нас очередная ночь скоро. Раскидали коробки. Подвинем тачку. Так, вверху есть домик. Трехэтажный домик, и я надеюсь, там есть чем поживиться будет. Заезжаем, всех гасим, кого увидим. Я уже вижу кого-то. Так, выходим, выходим, выходим. Играет пушка. Нет, нет, это дело не пойдет. Он с автоматом. Маленько тупанул он. Хорошо, погнали, у нас трехэтажный домик, и тут точно есть чем поживиться. Так, секундочку, это дело нужно взять. Пополнили припасы, тачку мы отсюда уберем. Она тут нафиг не нужна. И заходим внутрь. Так, дробовичок. Ух, есть нычки. Это мне пригодится. Это нам пригодится. Тут пусто. Тут пусто, никого нет даже. Очуметь. Трехэтажный дом, и тут ничего, кроме нычек, нет. Ох, нормально. О-о-о-о, только его не хватало. Нет, не то взял, не то взял. Иди отдохни, иди проветрись.
Тебя тоже. Иди проветрись. Так, можно, по идее, должно выйти в окошко, что ли? Ну-ка, посмотрим. Нет, не получается. В окошко не получается выходить. Так, иди отсюда. Можно уйти отсюда. Вот таким макаром можно уйти просто. О, на второй этаж, походу. Второй этаж, и уходим отсюда. Да опять и... Так, иди проветрись. Еще одна штука. Как же ненавижу эти шарики. Погнали подальше отсюда. Дом большой, а там ничего нету. Что за фигня? Выходим на трассу и погнали дальше. Нас ожидают приключения. Такого черта и очень медленно. Ускоряемся. Ух ты да. Ох, там блокпост сразу же. Набираем энергию. Оп, промахнулся что ли. Стоям. Как подлетел. Забавно. Так, все чисто. Практически чисто. Сейчас, секундочку. Иди сюда. Полетела одна, вторая. Вторая тоже отсюда полетела. Ну, пока что все тихо. Ну, точно там есть кто-то еще. Хорошо, подходим, штурмуем. Дробовичок и штурмуем. Никого не вижу. Никого не вижу. Подходим, наверное, очень тихо. И по стелсу. О, стелс. Есть батарея, стелс. Держи два. Это больно. Это очень больно. Это еще больнее. Заходи, заходи ко мне. Иди ко мне на огонек, чувак. Хорошо, я заеду. Я не смогу, у меня слишком большая... слишком большая... батарея. Так, не получилось. Сейчас он выйдет и огреем. Нормально. Вот это нормально его огрели. Так, нычка есть, и нычка есть. Патроны есть. Все нормально. Живем дальше, друзья. Чем еще швырнуть в тебя? Банка краска есть. О, стол есть. Нет, не пойдет стол. Давай матрасом тебя. Нормально получилось. Матрасом отдохнул, чувак. Так, все что ли? Патрон уже максимум. Мы даже не потратили ни одного патрона на чуваков-то. Ох, есть колесо. Сейчас найдем очередную жертву. О, жертва. Нормально, жертва. Так, куда? Куда полетела нычка? Куда? Я нам вон взял. Это, походу, и все, друзья. Готов, всех убили, всех уничтожили. Без единого выстрела, но это просто экшен. Так, забираемся. Забрались, наверху у нас ничего нету, кроме трупа. Хорошо, спускаемся. Аптечки не нужны, брони здесь нету больше. Хорошо, погнали дальше. У нас, по идее, эти должны открываться. Они автоматические, кажется. Или ребята их открывают. Сейчас подвинем и посмотрим. О, автоматически, ребята. Нормально. Сейчас проскочим ускорение. Проскочили, как чудесно. И едем дальше. Нам нужно поехать, доехать до маяка. И уже тогда будет другая локация. Так, стоим, бам. Ну, обрыв. Обрыв, впереди я ничего не вижу. И ничего не слышу. Очередная какая-то ферма. Очередная ферма. И там точно есть кто-то у нас. Так, наверное, выйдем, посмотрим. Выйдем, посмотрим. Можно взять, по идее, арбалет и хорошо поснимать кого-нибудь. Так, у нас есть ракетница. Сейчас будем использовать ракетницу. Это транспортник, и, по идее, можно гасить. Ох, пошел снаряд, держи. Ох, да, еще есть снаряд. Сколько из вертушек-то? О, чувак раскидал. Нормально раскидал здесь. И сейчас будет очень много ребят. Хорошо, прием, наверное, арбалет и будем отстреливать. Это, походу, мины. Вижу одного, второго. Идет ко мне. Идет ко мне, красавчик. Оп, больше не идет. Еще один появился. Еще один огурчик. Держим. И третий огурчик подходит к нам. Его тоже нет. Хорошо, пойдем штурмовать уже. Там еще один был, кажется. Не кажется, а точно был. Держи. Это и все, что ли? Нет, не так, что все просто. Не так все просто. Сейчас закидаем гренками его. Маленько повеселимся с ним. Ложись. Походу готов. Нет, остался живой. Ну хорошо, я брошу тебе кирпич. Надеюсь, ты не будешь против. Промахнулся, что ли? Так, хорошо, с ним уже играть. Гасим его. Просто гасим.
Заходим домой, очищаем дом. Ох, сколько здесь всего. А нам нужно, по идее, взять два генератора. Так, нужно, по идее, их найти. Да, их нужно поставить, и тогда дверь, по идее, открывается. Один есть, нужно найти еще два. А где же их найти? Черт его знает. Это банка с краской, она нам пригодится. Ох, есть один, чудесно. Просто интуиция. Я, конечно, не помню, где они находятся. Остался еще один. Так, трубки мы обыщем и найдем еще один. Хотя, конечно, может пешком, но, по идее, нужна тачка. Еще далеко нам ехать. И нам нужна тачка. Эти мины можно, кажется... Эти просто шары, которые просто ушли вниз. Я думал, это просто какие-то мины. Хорошо, еще один генератор нужно найти. И тогда включаем. Походу, баллон взрывается. Подальше от меня. Так, где еще не находится? Ох, вот он. Прямо на кровати. Как его не заметил. О, готово. Дверь открывается. И путь открыт дальше. Все чудесно и прекрасно. Живем дальше. Там у нас никого нету. Нормально дорогу очистим. О, все прекрасно. И в туннель. Ну, погнали к нашей тачке. Так, секундочку. А как наша тачка проедет вот здесь? Тут, конечно, проблемка. Ну, походу, через верх. О, да, окейшки, погнали через верх. Секундочку, у нас там внизу, вверху что-то есть. Нет, ничего интересного нету. Погнали. Так, 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 аккуратненько, аккуратненько. Главное не упасть. Хорошо, мы, походу, застряли. Но это дело, конечно, можно поправить. У нас есть грави-пушка. И сейчас просто сделаем подсральник, и все. Тачка уже на той стороне. Все легко и просто. Пополнили припасы. Погнали дальше. Так, ускоряемся в туннель быстрее. Гордон. Свет в конце туннеля и приближаемся. Даже не знаю, скоро будет маяк, либо не скоро. Но уже довольно долго ездим на тачке. И вот, друзья, маяк. Я только о нем подумал, и он появился. Здесь, конечно, будет очень много заварушки, много будет перестрелки. Стоямба. Это тут наша уже и нас ожидает. Бросаем тачку. Куда бросать, ребята? Мы перехватили радиосигнал. Они ищут машину. Заводите ее в амбар. А, в амбар, амбар. Где находится амбар? Чувак, покажи мне все здания как на одно лицо. А, походу, вот амбар. Давай, задний ход. Задний ход, припаркуем. Я мастер парковки. Ну, практически. Хорошо, заходим. Откройте двери мне. Открыли. Спасибо. Ладно. Дальше придется пешком. Вдоль утеса ведет тайная тропа, но мы не пойдем туда, пока не отразим атаку. Если вы будете сражаться с нами, это сильно поднимет дух отряда. Да я не против. А мне поднимет это настроение. Нормально. Так, берем, наверное, припасы. Автомат, что ли? Это же полное говно. Мне нужно припас на ракетницу. Дайте мне ракетницу. Она гораздо круче и гораздо масштабнее. Ребята, мне нужна ракетница. Черт возьми, вашу... О-о-о, он меня уже прессует. Это вроде транспортник, а он все-таки умеет прессовать. А, двери. Дверь открывается, и тут у нас есть ракета. Стопудово. Мне нужны ракеты. Есть нычка. Ребята, я помогу, но сперва я найду ракеты. Ну, двери, очередные двери. И что у нас тут есть? Гренки. Ну, в принципе, тоже неплохо. Тоже очень неплохо. И ищем выход отсюда. Открывается дверь. О, ребята, я нашел вас. Сейчас закидаем вас гренками. Где они? Где эти черти? Так, держи гренку. Не очень-то хочется мне тратить патроны. Вон чувак вдалеке. Я просто раскидаю гренками и все. Черт, меня прессует. О, нормально, хороший выстрел. Так, все, что ли, кончились? Открой дверь. Ух, жесть, это не я же бросал. Мне прессуют сзади, сзади, сзади прессуют. Так, гренки мои, хорошо. Пофиг на гренки, штурмуем уже. Всех подряд штурмуем. Гасим всех подряд, по-жесткому. Так, может, пойди на второй этаж зайти? Давай на второй этаж зайдем, посмотрим. Это просто сверху, что ли, вид? Это не пойдет.
Хорошо, выходим, помогаем ребятам. Ребята, выходим. Здесь. Хиш, поднем. Спасибо за аптечку. Мы выходим и гасимся. Черт, транспортник. Не очень удачно вышел. Ракету ему. Дай ракету. Ракета пошла. Ох ты, да, нормально. Так, хорошо, берем автомат. В принципе, есть патрон на автомат. Будем использовать автоматную очередь. Пошла жара, перестрелочка. Обожаю перестрелки. Теперь зарядку. Так, гренка, что ли? Гренка, уходим. Нет, показалось. Арбалет пошел. Слишком далеко находится, ребята. Держи. Арбалет довольно будет эффективно. И быстренько всех загасим. Куда бежишь? Прыгнулся. О, стоят на месте. Стой на месте. На всех свинца хватит. О, чувак, стой. Просчитаю? Нет, не рассчитал. Буквально читал. А, кажется, летит еще один транспортник. Все, ребята. А какой кипиш добыл? Так, патроны соберем. А, летит еще один. И еще один засранец летит. Мне нужны, по идее, ракеты. Дайте мне ракеты. Нычка нужна. Вот мне патроны жизни. И можно просто прямо из окошка, наверное. Да, можно из окошка, ребята, я уже в окошке. Гасим. Вот это базука. Это реально пулемет. То, что нужно. Все, что ли? Нет, не все, там есть еще ребятишки. Куда бежишь? Так, перезарядку. КП слишком мало. Гасим чувака. Прикройте сзади. Дай аптечку, чувак. Аптечку. Спасибо. Я пошел на улицу. Здесь слишком душно. Так, арбалет. И, походу, будет сверху. Да, высаживаются, ребята. Один, второй и третий. Просто припрыжку. Давай, прыгай, я тебя буду сразу выносить. О, припрыжку. И полетел. Маленько промахнулся, конечно. Эх, давай еще разок. Их. О, попал. Окей, готово. Сколько там, трое остались, что ли? Их там всего лишь трое остались. Ребята, на подавление. А я его убью. Стой на месте. Стой на месте, я хочу прицелиться в тебя. Эх, была не была. Слишком мало патронов и, конечно, очень жалко их. Пошла гренка. Ух ты, да. Хорошо попал. Дай аптечку. Аптечка не нужна мне. Валера, где находишься? У меня с Валерой нет, конечно. Это какого? Мы возьмем пулемет. Слишком далеко и всего лишь 5 патронов осталось. Так, еще прессуют, что ли? О, штурмовик, у меня ракетницы нету. А где взять ракетницу? У меня нет патронов на ракетницу. Это очень фигово, но можно прокатиться на этой карусельке, кстати, друзья. Она не купится. Где ракетница? Она, походу, на маяке. Так, спокойно. Уже есть трупы. Есть трупы, а мы бежали, наверное... Наверное, побежали к маяку, посмотрим, есть там ракетница или нет. По идее, должна быть там. Я даже не помню, где находится она. Идем, я прессую. Давай ускоряемся. Гордон, еще быстрее. Мы зайдем на маяк? Не зайдем? О, заходим. О, все чудесно. А где у нас ракетница? Тут нет ракетницы, что ли? Можно спуститься вниз и посмотреть. Здесь только нычка, что ли? Наших друзей всех перебьют, пока, может, найдем эту ракетницу. Возьми аптечку. Давай. Спасибо. Скажи, где находится ракетница? Так, поднимаемся выше. Возможно, есть наверху. Тогда присоединим мы хорошенько. Этот штурмовик. Идем. Все выше и выше. О, есть аптечка. Есть аптечки, нет ракетницы. Уже в окошко залетело. Сейчас помогу, ребята. Только найду, где ракетница находится. Это не то. Да не то. Так, возьмем ломик. Вот так быстренько будет. Ох, есть что там. Тут у нас есть ракета. То, что нужно. Секундочку, меня прессует. Выключаем фонарик, берем ракеты и погнала жара. Поехала. Где они находятся? Я не вижу его. Уходим вниз. Вон, с правой стороны. Вот засранец. Сейчас получит. Где? Пошла жара. Ух, да, получу подсранник. Так, едет кругами. Он едет кругами. Пошла ракетам. И нормально получилось. Так, пригнемся. Вижу цель, все прекрасно. Да как
какого черта он прессует и сразу ракету и меня, что ли? Так, с другой стороны будет. О, у меня проценты ХП. У меня реально проблемы с ХП. Так, пошла ракета, родная. Уходим вниз. 26 хп, это вам, друзья, не шутки. По идее, есть нычки у нас внизу. Спускаемся вниз. Ох, есть нычка, точно. Ох, то, что нужно. Так, уйдем. Возьмем еще одно и поднимаемся наверх. Сейчас, ребята, будем гасить. Так, спокойно, спокойно. Нет, не буду отсюда стрелять, потому что может меня задеть. Так, ну, стоит на одном месте, что ли? Ух, ракета пошла, и прям в тебе. Нормально получилось. Сейчас еще разок. И еще одна ракета в тебе. Нет, не получилось. Сейчас получится. Я чувствую, в своей заднице точно получится все. Ну, где ты находишься? А вон с правой стороны. Ух, ракета пошла. Влево-вправо и в тебе. Он еще живой. Ноль ракет, уходим. Так, пригнемся. 50 хп, это вам не шутки. Берем припасы по полной программе. 46 хп. Да черт возьми, когда ж ты сдохнешь-то? Походу все, друзья. Готов. Засранец готов, разлетелся прух и прах. Это было жарко. Фу, ну что, пойдем спускаться вниз. Все убиты, все довольны и все счастливы. Особенно я. Так, пошла ракета, прям бензин. Хорошо, друзья, на этом мы закончим, уже спускаться будем вниз и уже продолжим в следующей серии. Ну а с вами был Спикер, увидимся чертовски скоро, всем спасибо, кто смотрел, и до новых встреч. Всем пока!